Чувашавтотранс обратился в республиканскую тарифную службу с просьбой изменить тарифы на межмуниципальных маршрутах, причем дифференцированно. Этот вопрос обсудили сегодня на еженедельном совещании правительства республики. Пересмотреть тарифы решили впервые за последние 3 года. За основу взята стоимость перевозки одного пассажира на расстояние 1 километр. Причем увеличение коснется только наличной оплаты. Для безналичного расчета предлагается оставить прежние расценки. При этом величина тарифов составит 2 рубля 63 копейки. При безналичной оплате 2 рубля 9 копеек без роста. По отношению к наличной оплате 54 копейки ниже, или это 20,5%. После экономического анализа экспертизы соответствующий проект постановления будет органом регулирования разработан и представлен как проект кабинет министров Чувашской Республики. В Минтрансе считают, что эта мера позволит повысить кассовый контроль и прозрачность работы предприятия «Чувашавтотранс». Госслужба рассмотрит заявку и передаст свое заключение по уровню тарифов кабинету министров республики. Об эпидобстановке на территории Чувашии рассказала министр здравоохранения Алла Самойлова. По ее словам, заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад. Среди взрослого населения порог превышен на 26%. Это немного по сравнению с другими регионами. Елена Гальперина, Игорь Зверев, Республика.